Всем Казик, снова я, Азик, и сегодня я буду показывать вам переводы другого переводчика. Нашел я их сам. Смотри, ну, некоторые я нашел, точнее сам придумал, а некоторые я чуть-чуть взял. Значит, сначала перевод ставим сомалийский, а переводим его на русский. Значит, к примеру, умри. На что нам Google переводчик отвечает? Конечно. А вот это уже тот, который я взял. Пишем «Здравствуйте». И на что нам Google переводчик отвечает «Я так тебя люблю». Этот я сам. Пишем «Прикол». И он мне пишет «Есть два». Два прикола? Пишем ему «Ты являешься сатаной?» И он на что нам отвечает «Выходите продать». Продать что? Душу. Мы пишем «Уверен?» И он нам отвечает «Вы здесь». Логично. Пишем «Дьявол?» На что он нам отвечает «Это так». Мы пишем «Кто ты?» Он нам пишет «Где ты?» Стрёмно, да? Мы ему пишем «Ты живой?» Он мне пишет «Оторвать меня». Пишем «Мать?» Он мне пишет «Даже не». Пишем «Дерево?» Он пишет «Поздняя Европа». Мы ему пишем «Кабан?» Он нам говорит «Банк». Пишем ему «Аниме?» Он нам говорит «Извините». Мы пишем ему «Тупой?» Он нам говорит «Вы попо». Пишем ему «Тупим?» Он говорит «Вы работаете». «Ад» — это имя. Есть даже слово «Рац». Он тебе скажет «Идти наверх». И последняя фраза — это «Призрак». Он нам говорит «Это рак предстательной железы».